Всем добрый день, вы на канале Клумба 7. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании нашего канала. А я продолжу знакомить с нашими розочками. Первый очень нежный и обильно цветущий сорт розы – это Чайковский. Эта роза относится к группе Флорибунда, хотя в некоторых источниках она идет как грандифлора – крупные цветы и очень обильное цветение. В наших условиях у нас третья климатическая зона, Кировская область. Роза вырастает высотой это 1,30 м, 1,40 м и в ширину сантиметров 80-90 см. Побегов выдает большое количество, побеги прочные, жесткие. Цветет на концах побегов, обычно целыми соцветиями, в среднем 3-5-8 цветочков. Но иногда бывают и более крупные соцветия по 15 и 20. Цветок крупный в полном распуске до 10 см, густо-махровый. Но иногда бывает при полном раскрытии показывает серединку, но не всегда. Стойкость цветка средняя, на прямом солнце на жаре держится в среднем 4-5 дней, дождем не портится. Цветет обильно, практически без перерывов. Первая волна плавно переходит во вторую. На кусту всегда есть несколько цветков. Листва зеленая, кожистая, глянцевая, устойчивая к заболеваниям. За несколько лет роза у меня ни разу ничем не болела. Аромат у розы слабо выраженный, практически отсутствует. Зимостойкость хорошая, зимует в наших условиях без потерь. Это достойный, обильно цветущий и постоянно цветущий сорт розы, который прекрасно подходит для средней полосы России. Еще одна роза селекции Дэвида Остина – это Клэр Остин. Роза относится к группе шрабы кустовые розы 2007 года селекции. Кусты довольно раскидистые, широкие. Высота куста в наших условиях около метра и в ширину сантиметров 90. Роза ежегодно выдает большое количество побегов, цветет обильно, цветов появляется много. Начинает обычно цветение внизу, а потом уже продолжается наверху, практически на одном уровне. Розы появляются в небольших соцветиях, в среднем 2-3 цветочка, цветок крупный в полном распуске 10 см, густо-махровый, серединку не показывает. Стойкость цветка довольно хорошая, на прямом солнце на жаре держится в среднем 5-6 дней. Дождем портится минимально, цветок не загнивает, но крайние лепестки могут становиться коричневого цвета. В наших условиях роза цветет практически без перерыва, первая волна плавно переходит во вторую. Очень красивый нежный цвет. В начале распуска это чешевидные бутоны бледно-лимонного оттенка. Особенно лимонный оттенок виден по центру, который полностью раскрывается и со временем выгорает до кремово-белых цветов. Роза довольно ароматна, аромат средней интенсивности. И зимостойкость довольно хорошая, зимует без потерь. Зеленая листва устойчива к заболеваниям, роза у меня также ни разу ничем не болела. Это довольно сильный и здоровый сорт, который цветет без перерыва в наших условиях, крупными ароматными цветами. И еще одна розочка, это Litchfield Angel. Это роза тоже Дэвида Остина, 2006 года селекции, тоже относится к группе шрабы, кустовые розы. В наших условиях высота куста 1,5 метра и в ширину сантиметров 70-80. Побеги гибкие, цветок довольно крупный, в полном распуске до 10-11 сантиметров. Розы появляются в соцветиях небольших, в среднем по 2-3 цветочка. Цветок нежного цвета, в начале распуска кремово-абрикосовый, который со временем выгорает до кремово-белого. Кремовый оттенок проявляется больше по центру. Стойкость цветка средняя, держится в среднем 4-5 дней на прямом солнце на жаре. Дождем не портится, не загнивает. Роза цветет обильно, практически без перерывов. Аромат у розы присутствует, но он довольно легкий. Зеленая листва устойчива к заболеваниям. Эта роза у меня ничем не болеет. И зимостойкость тоже довольно хорошая. Зимует с минимальными потерями. А в этом видео все три розочки, все три сорта. Это обильно цветущие сорта, практически постоянно цветущие, с очень нежными, крупными цветами. Если у вас есть вопросы по этим сортам, пишите. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!